Детско-юношеская спортивная школа «Спартак» – одно из самых молодых спортивных учреждений города. Здесь идет работа по двум направлениям – шахматы и футбол. Руководство школы внедряет информационные технологии в спортивный процесс, мастер-классы и видеоуроки. А также ребята могут заниматься любимым видом спорта в своем районе города. Спортивная школа «Спартак» сотрудничает с общеобразовательными заведениями и городскими спортивными комплексами. Помимо того, что они занимаются футболом, именно игровыми моментами, тренировочными, также предусматривается силовая нагрузка в тренажерном зале и посещение бассейна. В нашем городе это единственная специализированная школа по футболу. Это общефизическое развитие, потому что сейчас более, популяризация большая. Футбол идет в школах, во-первых, это президентская программа даже, футбол в школу. Вот так что, мальчишкам самим нравится. Футбол номер один, спорт номер один в мире. Школа охватывает более 300 учеников, и возраст ребят очень разнообразен, начиная с учеников начальных классов. У меня папа занимался футболом. А я хотел еще на карате подписаться, но мне больше понравился футбол. Помимо всего, спортивная школа обновила материально-техническую базу, закупила новый инвентарь и планирует открытие стадиона с искусственным газоном уже в начале следующего года. Евгения Креминская, Евгений Ерофеев. Новости Димитровграда.